Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Денчик, Плеймаркет и Тучка. Пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, братья. Вышло крутое обновление на игру Content Warning. Будем сегодня веселиться, снимать и почувствуем себя в роли ютуберов, которые снимают страшных монстров и призраков. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Вроде мелочь, а мне очень приятно. Вот она пишет, желейка, смотрите. О, сразу появилась? Да. Так, пацаны, кто у нас там с камерой? Снимай! Чати. Она сейчас тянет. Она утянула. Да подожди, ты куда нашего челика утянула? Ты дурочка что? А он живой? Она утянула его. А он живой. Дима. Так. Смотри прикол. Я тут, вот я пришел. Вот он. О, отлично. О, и Денчик с нами. Ты камеру забрал? О, спасибо. Я буду с этим ходить. Мы теперь все деловые, такие фонарики больше, чем ты ростом. Ну даже есть такой фонарик, типа профессиональный дальний, как дубина просто. Ну бита бейсбольная. Черепушка. Блин, я уже испугался. Пацаны, у кого камеры? Снимайте ролики. О! Мы снимаем. Монстры, смотрите. Это что за этот миксер вонючий? Это, да, миксер. А, бегите! Ты дурак, что ли? Надо от него уклоняться, Дима. Он заводится как машина, вы слышали? Это реально круто. Пацаны, если вы не будете снимать, давайте мне камеру, я буду снимать. Снимаем нормально. А, все нормально, где? Понял? Сюда идемся. Там идем. Подбежал уже. Вон он. Настолько непривычно, что окружение звуком в самой игре реализовано на высшем левеле. Очень непривычно, прям эхо слышно. А ну и Тучка, поори что-то. Ты профессиональный. Ой, опять он врезался. Аккуратно. Так, пока есть фонарик, я не трачу, так как пацаны все светят, потом я буду. А, я и так уже свечу. 40% осталось. Ух ты! А он может убить? Он может убить, да. А его можно скинуть на пол, как-то, чтобы он улетел вниз? Ой! Там какая-то каргулья! Да это улитка, смотри, Дим. А, это улитка? Дим, смотри, прикол, смотри. Давай. Ты нормально свечухаешь, тебе четко? Так, следим за энергией. Ух ты! Ты дурак, что ли? Это жесть, что творится, они со всех сторон нас окружают. Дима, смотри, что я нашел, смотри. Чё это такое? Это мозги на палочке. Эта штука призывает улиток. 5 штук. А, это получается как прикормка, да, для них, приманка? Да, ну это их это, короче, проклятый предмет. Мы, получается, можем прям тут поснимать и потом уже вернуться, да, недалеко, не отходя далеко от нашей кабаки. Да, это так можно. Ой, а кто это валяется у нас? Кто сдох? Кто-то валяется, да, там сдох. А у кого камера? Камера целая? На плеймаркера-то убили. Ага, я понял. Мы все живы. Дэн, ты снимаешь все? Это плеймаркер. Клейка ждет возле нас. Я упал! Мамочка моя, где я? Пацаны, я вниз упал, помогите. Спрыгивайте ко мне. Давайте, прыгайте. Так прикольно, я бахнулся. Так, давай будем выбираться отсюда. Представьте одному играть в эту игру ночью. Обосрался, она очень страшная. А вот наверх можем идти. А я играл, кстати. Да? Страшно, реально. Я, короче, видел гиганта, но я не снял его из-за страха, потому что... Большого шлепа ты еще не видел. Да. Ну это ж новые монстры, понимаете? Я их не видел раньше. Это обновление жесткое. Большой шлепа очень опасный. Да, он, короче, прыгает очень высоко и очень резко. А, так он и называется шлёпа? У шлёпа? Большой шлёпа. А, большой биг шлёпа. Ну, короче говоря, просто гигант. И все. А эта локация большая? Угу. Вполне большая. Так, ладно, давайте доснимаем и пойдем уже смотреть, что мы там наснимали. Много там сняли материала? Еще 42%. Ага, понял, два тогда монстра будем искать. Так, у меня два фонарика. Один на сколько? 17%, второй на 44%. Ну, в общем, нормально. И так и все, и печаль. Так, мы, в принципе, поднялись наверх сам. А где эти монстры? Но где этот миксер искать. Вонючий? Подождите, там турель. Эй! Угнали нашего! А у кого? Это у него камера? Да, это у него. Блин, камеру. А далеко он может с ним убежать? Ну, нормально так может унести, но только от этого тут просмотр, если он это снимает. О, это круто. Надеюсь, Дэн снимал. Вон он. Так, я вижу, ты я вижу. Это? Ой, так прикольно физика устроена, учили физика. Опять он там. Опа.
кто-то появился. О, смотри! Это желейка. Ну, желейка. Миксер сзади. А! Он меня схватил! Помогите! А! Он меня реально тащит куда-то! Помогите! Ого, скорость! А как вырваться? А! Все, все, пацаны, я возвращаюсь. Он тебя выкинет. Я понял. Он за тобой. А вот он. Все нормально. Короче, здесь стрёмно очень, ребята. Короче, да снимайте-то, идем уже фильм смотреть. Я хочу, чтобы мы камеру сохранили. Это очень важно для меня. О, вон еще миксер ходит. Он так еще заводится, как автомобиль. Во. Снимай, 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 снимай. Так, где он? Вот, желейка. Вали. Это тебе зато... Ай, тучка так кричит, прикольно. 0%. Все. Я вообще возливался. И тучка, давай, мы идем фильм смотреть. Улетаем, ребятки, улетаем. Так, отсняли материальчик. Как вы думаете, сколько просмотров наберет этот ролик? Ну, 1000, 2000, может. Она сейчас, сейчас тянет. Она тянет. Что это творится? Что за мясо? 100 просмотров. Так, надо сделать, чтобы меня было в игре слышно. Мы снимаем. Как он не упал? Как он в воздухе там висит? Ух ты! Так прикольно ударился! Ух ты! Что-то, прикиньте. 500 просмотров есть уже. Чё? 600. Это что ж? Это мозги. Жесть. Непонятно, что происходит, но очень интересно. Опять желейка. Схватила. 1000 просмотров есть. Давай 1200. Ну хотя бы до двушечки добьем. Не, ну хотя уже, наверное, сейчас конец будет. А, это? Ну, может, да. Я же говорю, я просто. Диму! Дима, куда? 400. Короче, здесь стрёмно очень, ребята. Да. 1400. Снимай, 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 снимай. Да что? Непонятно, но очень интересно. Давай 1400. Ну, в принципе, неплохо. Смотри, 220 долларов. Здесь 19 баксов нам насыпали. Ну-ка посмотрим, изменилось что-то? О, да, по-другому теперь локация устроена. Там, где вот продолжение. Интересно, мы сейчас каких-то еще монстров увидим. Много ж монстров добавили? Конечно, их много. Так. Пузыря ты уже видел. Ну да. Да. Бульба шмёт. Пухляш. Это точно. Я думаю, ты гиганта, ой, как испугаешься. Да блин, давайте посмотрим, я хочу гиганта. Где гигант? Гигант, он выше на этапе спавнится. Да. Но только на первом этапе. У нас есть сохранёнки, если же. Блин. Мне показалось, что только какие-то звуки издаются. Или мне не показалось, значит, кто-то где-то есть. Я вниз упал, я вниз упал. А, мы давай мы к этой тучке прыгнем. Ты внизу? Прыгайте, мазь. Все, прыгаем. Ого! Высоковато, как этаж 5-й где-то, наверное, 6-й даже. Я сейчас увиток заспавню. Ух ты! Че за кряканья? Это за звук был, блин, я испугался. Это прямо к нам. Вот это напряженный момент. У меня такое ощущение, что в темноте везде кто-то прячется. Но это только сейчас кажется. Улитки заспавнятся. О, mm-hmm. Давайте улиткина. Кстати, мы первый раз видели с Дэном королеву улиток, она и призывала их. Че, она стрёмная? Жизнь здоровья. Ну, вполне. Очень стрёмная такая. А вы говорили, это что в эту игру VR добавили? А кто говорил? Моды. А, через там моды? Представьте, ребята, в VR эту игру поиграть. Я бы хотел. Там говорят, есть одна проблема укачивания. В текстурах, когда наблюдение. Что-то никого нету, ребята. Не вообще пещер. Никого. Ни одного монстра. Ходить. Нам в пещеру вот надо идти. Ну идемте. Там. О, что за звук? Ого, что это за огонь? Смотрите, жжет! Что за монстр горящий? Там черепаха. Это очень опасная штука. Ого, оно ж тут все горит. Один из новых. Да, ну да, такого черепаха. Я еще не видел. Еще он долго гореть будет? Ну,
не так долго. Но оно... Он огонь запускает. Да. Так, все кончился. А ну-ка, давайте посмотрим, где он. Он идет справа. А вон, вон, вон. Ага, вижу. Ой-ой-ой. Ой, горит, жизни тратится. Половину жизни практически потратилось. Ну, да, пошлите дальше. Вы его сняли? Я да. Это хорошо. Молодцы. О, черепнем. Давайте так, чтобы мы далеко от капсулы не отходили. Черепнем снимай. На. Ты такой добрый, тучка, молодец. Да. Что это за... Ребра. Это мои ребра. Там бабка. Где? Баба. Я хочу на бабу посмотреть это. Ну она маньяк, считай. А можно к ней подойти? Она не сильно убьет? Ну она будет... Ну половины жизни нету уже-то. Она тебя зарежет быстро. А где, мы до капсулы идем или от капсулы? Вот она идет. Идет впереди нас. Вот. А вон она, вон она. Снимайте ее. Бай заметила. Увидел. Опа. А что у нее в руках? Ножик. Это ножик! Бежим, бежим. Кто-то там сзади упал, я слышал. Она за нами? Так, тучка. Отлично. Пацаны, мы чё чудо скрипит. Это типа шок. К тебе Дима бежит. А! Зачем вы меня пугаете? Я боюсь эту игру. Где она? Она в твою сторону побежала. Ну никого нет. Так, я там вижу кого-то. А вон она забагалась. А нету, миксер. Голова миксер. О, во-во-во, тучка. Я забрал камеру, короче. Я снял труп нашего друга. Блин, это печально. Который давай, достанем. Сколько там еще отснять надо? Угу, тут много, 77%. Идем, поснимаем миксера, идем. Где там? А вот там миксер. А вон... Я видел Дэна. Блин, так, подожди, а где его видел? Так а что здесь он где-то был? А я может, на крыше. Так, идем до капсулы в сторону, чтоб мы этот... Так, один фонарик сел, так, второй пошел. Полный. У меня есть дальний, кстати. Кто это? Это Дэн прыгнул на вас. Тю, блин! Трупы валяющиеся. Дэн, подожди. Подстой, да не бросайте меня! Профессионал? На. Снимай. Сегодня ты оператор. Секрет. О! Съемки багал. Я забрал. А что это мне кость дает? Нифига я взял. Она ничего не дает. Ты просто взял ее. Это проб обычный. У меня такое ощущение, что мы сейчас что-то страшное встретим. Ну это всегда есть такое ощущение, но оно бывает не очень скрывается. Да? Да. И сейчас такой шарик. Это будет очень жестко. А что за шарик? Он, короче, смотри, он тебя притягивает. Помнишь то, что притягивает? И газом это убивает. Не видел такой шарик. Короче, опасный монстр. Ну, потом тебе покажем. Да, только на себе показывает, а мне не надо. Я хочу жить еще. А он всех притянет. А он всех притянет. Там вообще все равно. А куда мы идем-то вообще? Ну, ищи немножко. Просто? Капсулу ищи нашу. А, ну давайте хотя бы возле капсулы тырловаться. Мы скоро к ней, думаю, придем. Мы только одну черепаху и миксеров... А, и бабу еще встретили. Три монстра увидели. А, огненный, с которой дышал. Ну да, это же есть черепаха. А тут черепаха была? Да. Где б я еще увидел огненную черепаху? Тут еще есть такой... Опа. А вот мы здесь были. Тут была черепаха. А вон, кстати, капсула. Тихо. Блин, мне показалось, что там кто-то был. Ладно. А вот ты. Ну, надо по-любому еще монстра найти. У нас кончается кислород, да. А, идемте туда капсулу. Тогда снимай но хоть что-то. Быть. Ты просто ори там кто-то в темноте, и тогда люди подумают, что кто-то есть. Обозрение. Да, кстати. Только я так могу говорить. Возьми камеру, направь на себя и беги, типа, спасайтесь. Баба. О, баба, снимай бабу. Да, мы тебя подсветим ее даже фонариком. Вот это у нее нож в руках, дебелый. Эй, она к нам идет! Может прыгать. Она, кстати, прыгает. Это прикольно, что... Как ты? Так я и озвучивал. Это же маньяк. Я ж озвучивал бабку.
Ты хорош. Где оно? Она, наверное, убежала туда вниз где-то. А вот она. Вот она. Можешь прыгнуть сюда. Она может прыгать? Да. Снизу. Ну зачем вы меня пугаете? Она как, кстати, побежала. А как нам туда прийти тогда? Ну просто обижи, если что, ее. Или... А вы понимаете, кислорода мало, идемте до капсулы. Так, бежим, бежим, все, бежим просто. Да, снимаю. А, блин, тут... Ай. Заходите, ребят, заходите! Ребят, у кого камера? Дэн, скорее там. А камера? Открывайте. Все, заходи, быстрей! Да. Ну нафиг! Я думал, они не могут в капсулу заходить. Так, у нас одна потеря, как и в тот раз. Получается, диск не выехал, но нам дало 1000? Да. И деньги. Ну, спасибо и за это, ребята. Конечно, обидно, что мы не смогли посмотреть крутой фильм, но это не от нас зависит. Получается, что? Игру обновили, что-то починили, что-то поломали. Правильно? Да. Угу. Ну, знаете, зато не обидно, что даже если запись запорота, нам за нее дали бабок. Если понравилась эта серия, вы хотите еще увидеть эту классную игру, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока-пока.